Это колесо – памятник Орловским дорогам, невольным его скульптором. Александр стал пару недель назад. Под ЖД мостами. Там была лужа, как бы я ехал со скоростью 50-60 км в час. И вот и попал в яму. Вот последствия. Убил две стойки передних. Это уже выходит порядка 8 тысяч. Плачевно все. Убитые об Орловские дороги запчасти Игорь на флешмоб не прихватил. Вместо них взял с собой пару баллонов краски. Один. И второй. Он потратил на краску 400 рублей. Впрочем, так сделал почти каждый из собравшихся в субботу на Александровском мосту. Все они решили раскрасить ямы на Орловских дорогах. Чтобы было самое главное ярко, чтобы автомобилисты видели данные ямы, чтобы дорожные службы наконец-таки их нашли. Они разъехались по всему городу группами по 5-7 человек. Рисовали в центре и на окраинах. Сначала обводили ямы по контуру, а перед ней слово из трех букв. Вполне цензурное. Художественно получилось? Хорошо получилось. Одного баллона с краской, он стоит 180 рублей, хватало в среднем на 2-3 ямы. Так что ретушировали эти художники только самые большие нарывы на дорожном полотне «Орла». Дождь в воскресенье и утренний час пик в понедельник практически свели на нет всю работу флешмоберов. От флешмоба яркого и красочного осталась только еле читаемая яма. Впрочем, месседж до дорожных служб, очевидно, дошел.